Впервые общий городской бал собрал будущих губкинских первоклассников. На входе в спортивный комплекс каждому юному участнику праздника предлагали на выбор разноцветные бейджи «Выпускник 2016». С волнением нарядные дошколята ожидали начала бала и знакомились друг с другом. Я почти уже заканчиваю садик и скоро пойду в школу. И вот в просторном зале будущие первоклассники выстраиваются на свою первую торжественную линейку. Для них звучат теплые слова поздравлений и напутствий от родителей и педагогов. Сегодня вы будущие первоклассники. Для дошкольников организаторы подготовили развлекательно-познавательную программу. Выпускники детских садов перемешались и образовали команды по цветам шариков и бейджи. Со школьным паровозиком все вместе отправились в увлекательное путешествие с конкурсами, викторинами и мечтами о будущем. Родители малышей волнуются, как на школьном выпускном. Я не ожидала, что мне ребенок так быстро вырастет. Естественно, чувства волнительные. Боюсь, не то что боюсь, а вот, наверное, чувство тревоги. И, наверное, то, что отдаю в новые руки. Спасибо всем, кто принял участие в этом празднике, кто готовил его. Ну и большое спасибо тем, кто выпускает детей детским садам. Совсем скоро у вчерашних воспитанников детских садов начнется школьная жизнь. Непоседливым и любознательным им уже не терпится начать учиться. Читать, писать, гласные и согласные различать. Чтоб я научилась, чего я вообще не знаю. А чего ты не знаешь? Я не знаю, что такое гипотенузы. Получать пятерки, всегда быть умной. В завершении праздника на ступеньках спортивного комплекса «Олимпийский» будущие первоклассники запустили в небо разноцветные воздушные шары. Ирина Заикина, Илья Квасов, новости Губкинского.